Джон, как ты думаешь, я с тобой разговариваю? Ты думаешь, это обычный телефон? Нет, это сверхсовременный IP-ATS Antares. Может ли по аналоговым линиям соединяться? Конечно, может. А вот сейчас мы с тобой по аналоговой линии говорим, но у нас включена функция конференц-связи. И с нами на связи весь наш офис. Представляешь, с нами и Марти, с нами и Ребекка, и с нами Питер. И все не только слушают, но еще и ведут запись разговора. Ты представляешь? Поместится ли в твой маленький офис? Да, конечно, поместится. Это компактная система, но преимущества огромны. Только послушай. Автоматизация бизнес-процессов. Оптимизация затрат на услуги связи. Неограниченное количество внешних и внутренних линий. Возможность размещения в облаке. Централизованное управление. И личный кабинет абонентов. Быстрая настройка и установка. Техническая поддержка. Есть техническая, конечно, есть техническая поддержка. Автосекретарь, перехват вызова, передача факса. Но вот послушай, я сам настроил свой личный кабинет. Я хоть и актер, но любой актер справится, и Оскара не надо. Вот послушай, я тут выбирал музычку на удержание вызова и настроил себе сам вот такой, слушай. Что, тоже такая нравится? Ну можешь себе тоже записать. Все очень просто, все очень легко. Все, что тебе осталось сделать, это просто сделать заказ. Ты спрашиваешь, сколько стоит? Отличный вопрос, Джон. Тэн, перекинь нас тебе к Оракулу. Морфеус, но это невозможно. Я только вчера тебе установил суперсовременную систему Антарес. Да тут без пол-литра не разберешься, посмотри на это. Я еще не успел загрузить себе обучалку в мозг. Обучалка не нужна, там все интуитивно понятно. Так, вроде разобрался, но у меня нет координат. Тринити, входи в систему. Я в системе, отправляю координаты Апоку. Апок, импортируй координаты. Импортирую координаты танку. Спасибо, ребята, я готов к вашему перемещению. О нет, черт, у Оракула старый аналоговый телефон. Морфеус, что же делать? Танк, я же говорил тебе, что система Антарес работает и с аналоговыми линиями. А ну тогда все в порядке, я начинаю перемещение. Осталось ввести коды доступа, которые знаешь только ты, Морфеус. С этим я и сам справлюсь. Минуточку, алло. Эмши! Будь здорово. Эмши! Будь здорово. Компания Радуга, Лена слушает. Ленка. Ален. Это я, Степан. Слушай, я тут простыл, у меня горло болит, нос, да насморк, Степан. Кашель. Я, слушай, температуру и валяюсь. Ну, прикрой меня. Пожалуйста, ну, прикрой, я тебе говорю. Не могу работать. Я же отчет отправлял тебе по факсу. Ну, вот с помощью этой новой-то. Как его? Ну, IP-ATS, Antares. Ну, отчет же я тебе отправлял. Да сказка, не отчет. Давай, выходи. Посмотри, прикрой, пожалуйста, я не могу работать. Век воли не видать. Ну, Ленка, ну, пожалуйста. Видел я твой отчет, никуда не годится. Ну, а то что, я уже на площади тут и в Нью-Йорке. Ну, и как там отчет-то, Лен? Ты пришел сам знаешь, отчет. Что босс теперь установил систему IP-ATS Antares. Степан, ты же знаешь, что босс теперь может подключиться к любому телефонному разговору. Иван Васильевич, это Степан, говорит, что заболел. Степан, мне нужны продажи. Ничего не знаю. Лена, переключи его на клиента. Включи. Нет, нет. Степан! Степан, привет! А мы думали, ты болеешь. Как же, с вами тут поболеешь. Хотел в Нью-Йорке погулять, отдохнуть тут на Таймс-сквер. А с IP-ATS Antares теперь хоть из Нью-Йорка работай, везде тебя достанут.